На днях приснился странный сон. Приснилась мне одна особа, дзержинский старый наш затон. Я фотоснимков делал пробу. Она лежала на песке, на пляже старого затона, в очках с улыбкой на лице, в потоке солнечного тона. Денек от солнца ликовал, кружили чайки и кричали, загар к особе приставал, волны затона чуть плескали. А девушка в рассвете лет в приятном облике лежала, она красива, спору нет. Загар от солнышка питала, перевернулась на живот, загар спиною принимала, а солнце припекает, жжет. Но девушки загара мало, она лежала чуть дыша и ничего не говорила. Ее красивая душа по-прежнему загар ловила. Я снимков несколько отснял, прекрасное ее создание. Я как загар к ней не пристал, сказал лишь только до свидания. Дай бог ей, чтоб сбылись мечты, пускай плохое в лето канет, здоровье ей от всей души, и как загар любовь пристанет. Дай бог ей, чтоб сбылись мечты, пускай плохое в лето канет, здоровье ей от всей души, и как загар любовь пристанет. Вот такой вот сон.